Всем привет! Сегодня зашел вот в парничок в этот. Зреет инжир потихонечку. Вот долматский уже совсем пожелтел, а плод до сих пор зеленый. Хотя тут достаточно тепло. Так, но я пришел сегодня сюда, чтобы срезать один из плодов своего граната, который у меня растет в горшке. Вот. Весной он у меня цвел. Вот. Он у меня треснул. Не знаю, что тут он, насколько он спелый. Сейчас я его срежу и посмотрим. Я его срезал уже. Вот осталась та ветка, на которой он висел. Такая трещина. Ну, не знаю, что он, дозрел или нет. Просто трещина. Скорее всего, туда попадет влага, и он начнет портиться. Может, я его перелил. В общем, надо разрезать и смотреть. Ну, вот он такой вот. Вот моя рука. То есть, я даже не могу полностью руку сжать. Вот такой. И это в горшке. Не знаю, может, в открытом грунте он будет покрупнее. Еще висит два плода. Вот один. И вот там где-то спрятался, но они поменьше. Так, вот такой вот плод граната у меня. Давайте его сейчас взвесим. 162 грамма. Сейчас я его попробую как-то разрезать. Вот, и показать, что там внутри. Гранат оказался не совсем спелый, но такого розового цвета. Наверное, я его все-таки перелил. Ну, в следующий раз попробую поливать поменьше. Ну и еще два плода. Вот. Еще они будут зреть у меня, значит, буду поменьше поливать. В принципе, кисло-сладкий, можно кушать. Это такие вот гранатины. На этом все. Кому понравилось видео, ставьте палец вверх. Пока.